Сегодня у меня прогулка возле руин замка Хохершварм. В переводе Хохершварм означает «большой рой». Находятся руины замка на восточной окраине старого города. Впервые этот замок упоминается в документах в 899 году как Райшсхоф Залауэльда. В следующем видео я расскажу немного больше об истории замка, а пока походим по окрестностям и посмотрим, что сохранилось и в каком состоянии находится. Чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вы получите уведомления.
А в следующем видео зайдем вовнутрь и посмотрим на руины изнутри. Подписывайтесь на канал Тюрингия для всех и оставайтесь с нами.